Тебе нравится здесь? Расскажи. Стоп. А? Расскажи, тебе в Америке нравится? Нет. Почему? Нет, это у него да. Арсений, ну расскажи, тебе нравится здесь? Да. Да? А что тебе больше всего нравится здесь? А? Арсюш? Ой, стоп! Ну расскажи, что тебе нравится больше всего? Книжку читать? Да. Да? Друзья, привет! Вы на канале «Я американец. Эмиграция в деталях». Сегодня поедем в магазин «Костка», где мы закупаем продукты. Такой оптовый магазин, стоп, как наше метро. Пойдем. Вот. Вперед, выдвигаемся. Магазин «Костка». Там будет дальше съемка. В магазине «Костка». Надо брать. Да. И же все оптом. Так, здесь продается техника вот такая. MacBook Pro. 1400, $1500 214 кредит. 1200. Аппаратура, iPad, 900, 800. Уже без кнопок смотрим. Нет там. Подъезжаем к овощам. Так, что нам нужно? Арбузы 6,90. Яблочки, это что у нас? Органик, гала. 5. Мягкие? Да нет. Возьмем? Хоть большие? Ананас 2,19, а там 2,50 был, да? Ага. Ананасы. Так, ананас у нас есть, да? Апельсинов давай возьмем. А, апельсинов мы... Вон ящик эти. Давай ящик возьмем. Асюша. Так. Вот эти толстокожие, они очень вкусные. Да. Берем ящик апельсинчиков. Такой вот ящик у нас. 11,90, 12. Так, что еще? Лимоны. Лимоны, а, у нас есть, да? Куча всяких закусок, снеков, виноградка. Морковь. Пойдем в холодильник. Идем в холодильник. Авокадо. А все, что будем брать авокадо? Нет. Смотри, какие хорошие. Давай возьмем ее. Нет, не возьмем. Почему? Не возьмем, это значит возьмем, да? Не возьмем. Берем. Берем. Что я повезу? Не, нормально. Я держусь как раз у меня, видишь, что не тряслась камера. О, сейчас будет холодно, Арсений. Холодно. Юль, бери морковку. Здесь холодно в холодильнике. Ужасно холодно. Так, огурчики. А, огурчики. 5,49. Берем, да? Морковку хочу. Морковку. Это перец, а не морковка. Морковку мама сейчас возьмет. Морковку у нас возьмет сейчас мама. Шпинат. 5,90. Мы едим, мы вегетарианцы, едим только все зеленое и свежее. Бросай.
морковка органическая. Сколько она стоит за мешок? 9,90. 10 долларов. Это что еще нам надо? Воду нам надо. В общем, такой огромный магазин.